Добрый вечер, уважаемые коллекционеры. Начинаем заключительный брейк по коллекции OPG 1920 номер 21. Так, номер коробки у нас 08-01-25-744. Начинаем. Так, 12 минут время первого. Это время сайта. Номер блока еще раз. Так, блок вот он. Номер 08-01-257-44. Так, коробка, вот она, реклама, пакеты. Блок пустой, номер не изменился. Так, ну поехали. Желаю, чтобы всем... Так, Кахун, Чикаго, Джонсон, Колорадо, Томас, Сент-Луис, Ристолайнен, Баффало, Гальчинюк, Феникс, Хоффман, Флорида, Ховард, Детройт. Тут у нас, значит, чек-лист ретро для Сан-Хосе. Далее параллель. Как он правильно? Скевиор. Ну, короче, для Флориды золотой. Такая карта. И чек-лист для Девилс. Хинц Даллас, Эриксон Ванкувер, Смит Вегас, Долин Баффало, Крейчи Бостон, Гибсон мини-карта для Анахайма, ретро, да, у нас OPG марки Рокки для Питтсбурга, Джонсон Адам. Далее Лига Лидерс, Андрей Василевский, Тампа. Раанта Феникс и Кадри Торонто. Так, ну тут интересно. Мата Питтсбург, Смит Нэшвилл, Сизикас Айлендерс, Гетцлов Анахайм, Фиала, это у нас Миннесота ретро. Далее параллель у нас синяя для Филадельфии, Ван Римсдик. И здесь у нас Хенрик Лунквист, Король Бубей для Рейнджерс.
Далее Йоханссон, Нэшвилл, Летанг, Питтсбург и Хорват, Ванкувер. Так, Перри, Анахайм, Сиси, Оттава, Теодор, Вегас, Талванин, Нэшвилл, Ретро у нас Беннет для Калгари. Далее номерной Кутюр для Сан-Хосе. Шестидесятый из ста. Новичок Линдгрен для Рейнджерс. Далее Дункан Кейт, Чикаго. Грин, Детройт. И Хаула, Вегас. Павелски, Сан-Хосе, Барков, Флорида, Лоури, Виннипек, Северсон, Девилс. Так, ретро у нас Райан Миллер, Анахайм. Ага, тут может быть что-то интересное. И ретро опять же Северсон. Но если тут они две в одном пакете, значит, какая должна быть пустая. Да, совершенно верно. Это у нас Северсон. Так, это обыкновенно. Далее Айлендерс чек-лист. Дюшен, Коламбус. Орейли, Сент-Луис и Нутивара, Коламбус. Так, угу. Парейка, Сент-Луис, Линдблум. Блум или Блум, Филадельфия, Хамоник, Калгари, Боргстром, Флорида, ретро у нас Куликов, Виннипек, и здесь у нас шестерка Пикей, Джонатан Квик. Вот мне нравится такая симпатичная карта. Пока вот двух вратарей достали по картам. Сезон хитлайт у нас Джо Торнтон, Сан-Хосе. Далее Василевский, Тампа, Фолк, Каролина и Бейгл, наверное, так, для Ванкувера. Так, Бутчер, Девилс. Писик, Флорида, Кости, давно не выговаривал, Костисбер, наверное, или гость, ну, как-то так, Филадельфия, Спронг, Анахайм, Пастернак, Бостон, Шварц, Сент-Луис, ретро, далее Георгиев, это у нас Рейнджер, синяя параллель. Здесь у нас OPG марки Рокки номерной Раферти для Ванкувера. Номер 59 из 100. Далее МакДэвид. Это у нас Эдмонтон. И чек-лист. Как я говорил, достанется внесшему больше вклад в брейк. Так что...
Так, далее. Тач у нас Вегас, Броудин, Миннесота, Маккен, Питтсбург, Хинастроза, Аризона, Дион Фанёв, это у нас Ретро, Лос-Анджелес. Далее чек-лист у нас параллельный синий для Эдмонтона. Здесь Бурн, Сан-Хосе. Копитер, Лос-Анджелес. Макдонах, это у нас Тампа. И Перо, Виннипек. Так, Баттерсон, Клатава. Нюрквист, это Питтсбург, Макдональд, Филадельфия, Ворачек, Филадельфия, Колеман, Девилс, Вилсон, Ретро, Колорадо, далее Тексер, новичок для Коламбуса, так, Энгланд, наверное, так, это у нас Вегас, Скиннер, Баффало. И чек-лист второй, сотый. А это какой? А это 300-й. Андрей Свешников, Каролина. Хара, Бостон, Горд, или Горде, ну как-то так, Тампа, Кучеров, Тампа, здесь Рантанен, мини-карта для Колорадо, далее Йоки Харю, наверное, так, Чикаго, Ретро, синий параллель Палот для Тампы, Бродзяк, Эдмонтон, Дюмоулин, это у нас Питтсбург, и Джордана для Калгари. Так, Пациаретти, Вегас, Майер, это у нас Сан-Хосе, Броссард, Колорадо, Дебруск, Бостон, Джонатан Квик, Лос-Анджелес, Ретро у нас Ватанен для Девилс, и здесь у нас третий вратарь, Пекарина для Нэшвилла, четверка червей. Далее новичок для Анахайма, Джонас, Ваник, Детройт, и Эдмундсон, Сент-Луис. Так, Кори Прайс, Монреаль, Думба, Миннесота, Монахан, Калгари, Спаркс, Торонто, мини-карта у нас Бурнс, Сан-Хосе. Далее новичок у Питчи Ретро, Олсен, Баффало. Далее чек-лист для Далласа, Джулсон, наверное, так, Монреаль, Смит, Вегас, и чек-лист 400-й.
Дзингл, Коламбус и Файло, Лос-Анджелес, Вуд, Девилс, Монтоур, Баффало, Варламов, Колорадо. Здесь у нас Джек Аллен для Сент-Луиса Ретро, Зуккер, синяя параллель для Миннесоты, Нордстром для Бостона, Клиффорд, Лос-Анджелес и Музин, Торонто. Так, Хайман, Торонто, Петерсон, это Ванкувер, Кутюрье, Филадельфия, Хартман, Филадельфия, Астон Мэтьюс, Торонто, Джо Тортон, ретро Сан-Хосе, Шервуд, Коламбус, новичок. Далее Литл, Виннипек, Блэквуд, Девилс и чек-лист. 500-й. Так, Калверт, Колорадо. Анисимов, Дэви, Чикаго, Андерсон, это Рейнджерс, Бойсер, Ванкувер, здесь у нас Лунквист, мини-карта для Рейнджерс, Танев, Виннипек, ретро, новичок, синий, короче, я не прочитаю правильно, так что для Бостона. Сеншин, как-то так, наверное, не знаю. Бостон. Далее Мартинес, Лос-Анджелес. Руст, Питтсбург. И чек-лист. 200-й. Я думаю, чек-листы собраны, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять, наверное, да. Так, Додонов, Флорида, Татар, Монреаль, Мартин, Айлендерс, Абделькадер, Детройт, Троуба, Виннипек, Палмари, Ретро, Девилс. Вот у нас один не вратарь попал. Бойсер, Ванкувер, шестерка крестей. Так, Лига Лидерс у нас опять Тампа, Никит Кучеров. Здесь у нас Ричардсон, Аризона и Форбот, Лос-Анджелес. Так, два пакета. Ну, судя, наверное, толстую карту мы, наверное, не достанем. Так, Капманин, Торонто, Хишер, Девилс, Мюррей, Коламбус, Байрчи, наверное, так, Ванкувер. Здесь у нас мини для Торонто, Таварес. Далее Виртанен, Ванкувер, ретро. Синяя Нейл для Калгари. Далее Бьюкстад, Питтсбург, Мерфи, Чикаго и Стром, Чикаго. Ну и последний пакет. Так, Хамильтон, Каролина, Зуккер, Миннесота,
тоже неправильно не скажу, ладно, Флорида. А он, по-моему, был-то, который я не мог выговорить. Ну, как будто бы он. Так, Флорида, Лунквист, Рейнджерс, Андерсон, Оттава. Что-то Оттава сегодня как-то не, вроде бы не звучало. Ретро. Далее, новичок Вайт для Дэвилс, Аткинсон, Коламбус, Боумистер, это у нас Сент-Луис, Власич, Сан-Хосе и Сегвин, Даллас. Не знаю, пропустил я там ретро-карту, не пропустил, ну уж, как говорится, посмотрю, найду, не найду. Так, ну что, 20 минут, можно быстренько глянуть, что у нас попалось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть новичков базовых для Дэвилс, для Бостона, для Коламбуса, для Анахайма и для Коламбуса. А, ну и Рейнджерс тогда. Да, правильно, с этого начинал, с Дэвилс, так что. Так, пять мини. Торонто, ну, в принципе, такие. Таварес, Рейнджерс, Лунквист, Бурнс, Сан-Хосе, Рантанин, Колорадо и Гибсон, Анахайм. Так, четыре карты игральных, три вратаря. Это Лунквист, это Лос-Анджелес, это Нэшвилл и это Ванкувер. Так, далее. Лига Лидерс. Две Тампы попало, Василевский, Кучеров. И сезон Хитлайт, Джо Тортл, Сан-Хосе. Так, вот такие умные карты я не отложил сразу. Для Сан-Хосе и Ванкувера. Новичок и такой вариант. Не вижу, 60 из 100 и 59 из 100. Ну и выпала такая карта ретро. Северсон для Дэвилс с пустой задней стороной. Ну, в общем-то, на этом все. Опичи закончились. Так что приглашаю другие мои брейки. Всем спасибо. До скорых встреч.